О, ништяк. Так, мышка не работает здесь, да? Так, давайте глянем игрушечку Little Miss Fortune. Это у нас маленькая неудача, да? Вроде так переводится Miss Fortune. Fortune — это удача, а Miss Fortune — это неудача. Вроде бы правильно перевел. Давно она у меня висит, эта игрушка. Давно я ее скачал, но все никак... Руки не доходили до нее, в нее поиграть. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Новая игра. Я сам ее не допрошел, а? Да она все у меня висит, 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 висит. Все, собираюсь у нее поиграть, и что-то как-то... Welcome to my game. Все никак... I'll be your host and humble Время на нее не находил. The rules of this game are simple. Play it until the end, and you'll be rewarded. Мои где? Вон две сидят в комнате с телефонами. Надеюсь, не съел. В детдом сдал. Today is the day she will die. I can hear you, you know. Oh, you can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Ooh. Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay. I'm gonna do it. Так, ага. Двигать можем так, да, ею. Взаимодействовать с помощью Е или пробела. Ладно. My secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Так, ну давай. This is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? А, мне нравится играть со своими игрушками, я люблю с ними разговаривать, потому что это весело. So cute.
Я такая милашка. Дневник, привет, дневник. В школе я рисовала, а дома, пока я пряталась в своем тайном месте и разговаривала с Бабси, я кое-что заметила. Я увидела, как в мою комнату зашел лис. Его зовут Бенджамин, кажется. Привет, дневник. Папа снова меня обманул. Мы не пойдем сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему все равно. Мне грустно. Я плакала, но сказала маме, что все хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, она рассердится. Иногда я не знаю, что чувствовать. Никто не учит меня, как правильно чувствовать. Хотела бы я, чтобы в школе нам рассказали, откуда берутся чувства. Но только чтобы серьезно, без сказок. Привет, дневник. Нормально ли испытывать чувства к лису? Что за игра? Little Miss Fortune. Маленькая неудача. Лис Бенджамин пришел в гости, когда я играла снаружи. Мы взглянули друг на друга, и мое сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить, но в хорошем смысле. Он убежал, когда мама закричала, что ужин готов. Привет, дневник. Мой папа ударил маму. Это нормально? Я должна бить людей, которых люблю? Не думаю, что это правильно. Может, папа не видит, что причиняет боль и мне, когда бьет маму. Я обещаю, что никогда не стану такой, как папа. Сегодня я играла и воображала, что полетела в Японию на самолете. Там я увидела много интересных вещей. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец, он любит суши. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно когда он хочет пообщаться. Нам трудно понять друг друга, он сбивает с толку. Но он мне нравится, у него есть пара милых сапог и ковбойская шляпа. Его зовут Хира, и он привидение. Я не рисовал ему картинку, но так не отдала. Там большой дневник, что ли? А, не такой большой. Ой, привет, дневник. Привет, дневник. Смотри, у меня есть блёстки из школы. Они супер блестящие. Мы используем их для рождественских открыток. Рождественские открытки красивые, но я не думаю, что Санта существует. Если человек может подарить что-то любому, почему он не даст еды и воды беднякам? Я видела передачу с людьми из других стран, которым нечего было есть. В любом случае, я не верю в Санту. Блёстки потрясающие. Начинаю думать, что все вызывающее грусть и злость можно посыпать блёстками и сделать красивыми. От таких мыслей мне менее грустно. Привет, дневник. Я ходила собирать помидоры с моей бабушкой. Пахло очень приятно. Я видела бабочек и других насекомых тоже. Я съела 2 помидора и объелась. Привет, дневник. Я каталась на своем трехколесном велосипеде на нормальной нет денег. И смотрела прямо на солнце. После я начала плакать, потому что моим глазам стало больно. Моя мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. Привет, дневник. Так. Very nice. I did a coloring too. Impressive. Привет, дневник. Сегодня было весело, потому что я была на озере и видела птиц в небе и рыбу в воде. Я чувствовала попой теплую воду. Привет, дневник. Как ты? У меня все хорошо. Я должна сделать домашнее задание, но я не могу перестать думать о Бенджамине. I peed in the lake. It was really warm. Я нашла фото, где я маленькая, как быстро летит время, торт выглядит вкусным. Хэллоуин. Идея для костюма на Хэллоуин, леди Лисичка. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Так, и... This is Bobsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. I love my coloring book. Как поступить с раскраской? Взять раскраску с собой, оставить раскраску Бабси? Не, ну давай возьмем раскраску. I'm gonna take it with me if I get bored, okay? Okay. Okay. Так, ну все. Вроде здесь все посмотрели. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes.
Вот, и тут в начале заставки, это, по-моему, же производители у этой игры, которые создали этот Френбоу. Просто там свисали голову такие, как вот во Френбоу были. Так, взяли блестки. Бросит блестки, нажав F. И что это дает? Мужики, бухаем! У меня есть деньги, зарплату получила, можно пробухать. Вот так вот, да, знаю. Ну что, сваливаем, значит, отсюда. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No, you can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay, I choose... Так, единорог, камень. Я думаю, знаешь что? Камень как-то понадежнее, можно там в башню кому-нибудь запустить его. I choose the stone that you threw at me once. Interesting choice. Yeah, I call him Stony, because he's a stone, get it? Stony the stone. That's very clever. Thank you. Может, зря я камень взял? Я понял, все. And so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shadam! Happiness to everything! Hey, you, on the other side of the screen. Remember I told you she was going to die today? Let's keep that a secret between us, alright? This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. Did Mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. А, еще бегать можно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет-нет, держись-держись-держись. Да ёперный театр. Да что ж такое-то, а? Beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry, you can trust me. Okay, thank you. Hmm, maybe I could try to fix it. I'm gonna do it. I'm doing it. Так. Наверное, а клей не нужен случайно? Мне кажется, клей нужен, потому что... А как без клея-то? Конечно, выбор управления не очень хороший. Можно было все это перекинуть на мышку, чтобы ты на клавишах тут не сидел, не тыкал. Там еще цветок надо было вставить. А почему нельзя было сделать так, чтобы это...
чтобы она там сказала, ой, ну надо это еще там цветочек вставить, либо просто это как бы, ну, чтобы заново не собирать эту вазу. Миша Спирт, здоров-здоров, Миша, как твои дела? Very interesting, ну да. Давненько эта игра у меня висит на компьютере, надо ее как можно быстрее. То есть не как быстрее, надо ее просто пройти. I did it. Сейчас она развалится, не? Mommy said she married daddy because she was expecting me. She wanted to have an abortion. But it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. Yes. I'm fine. How are you? Look, that's me. Тебе хорошо, ты кушаешь, да? Хаваешь? Я понял тебя. My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents. У меня нормально все, только вот приболел. Что-то прям сегодня прям так приболел. Жестко. Даже не ожидал такого, прям. Ну, вроде сейчас отошел, таблеток нажрался. It smells like cigarettes in here. Yeah, that's my mommy. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Ooh. Oh, dead rabbits again. When will daddy learn I like them alive? Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes forever. Да откуда я знаю, нравится мне эта игра, не нравится. Я только впервые в нее играю. Вот мамань тоже, это такая. That's today. Муж ее избивает. Че терпеть-то? Бьет, значит, любит, что ли? И она сама себя сейчас уничтожает. Либо она находит причину, чтобы постоять побухать и покурить. To be just like my mommy, a juice drinker. Не, реально. Муж тебе колотит. Ну, разойдись с ним и все. That's today. When I grow up, I want. Не, ну грустно, если она умрет. Yay, happiness to the soup. Не, ничего. Так, скажи маме, что ты уходишь. Да, скажи маме. Да маме похер, она просто уже в дюпелину пьяная. Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, okay. Good afternoon, morning. Окей, так. Remember Benjamin the Fox? This is where I first saw him. He was hiding in the trash, and we made eye contact. It was really intense. Yes, you told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. What? A fox criminal? That's silly.
apple smells like a toilet because I pee on it. That is disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. This bowl smells like... That is... Not as disgusting as... Не, никак. Ничего не происходит. This is where daddy often sleeps. Daddy? Hello, kitty. Here, come. Come, kitty. Kitty, kitty. Kitty! Kitty, don't go! Damn it. I never get to pet the sweet animals. Так, ну что? Надо сваливать отсюда? So, before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, choices? There is no right or wrong, only consequences. Okay, okay, only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. All right, I can do that. Look to the left, look to the right. Any course? No. Okay, I'm going. Ё-моё! I saw a monster! What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. Это олень обычный был. Just your imagination. Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. All right. А кого видим? Ворону. Look, a sleepy bird. Come on, Miss Fortune. Let's go now. Не, подожди. Сделаем так. Look, a sleepy bird. Come on, Miss Fortune. Let's go now. Пока же немножко непонятно. Будет ли вообще здесь квестовая составляющая? То есть применить предметы... Ну, где-то применить предмет... Да что такое? Будет ли такое, что надо будет где-то применять предметы? Или мы просто будем ходить и делать выбор? А, подожди, Kill Mondo Games, это же они, да, создали это, Friend Bow? Да ё-моё! Не болей, поправляйся. Ну, пока что-то не могу. Кашель меня тут две недели мучил, и сейчас вот говорю, что подхватил чего-то, не знаю. I used a little sparkle back there. Anyway, where are we? Look, there's a puppy. Hello, puppy. What a cute party hat. Now focus, Miss Fortune. You have to make a very difficult choice regarding this puppy now. Be aware of the consequences. All right. Как поступить с песиком? Освободить? Ну, конечно, освободить надо его. Хотя, может быть, я зря это делаю. So we can go to the party. Песик выглядит как-то... What party? Немножко того. Может, у него бешенство? Сейчас мы его спасем, и он нас укусит. О, теперь ты с нами будешь ходить, что ли? О, папи, я петтингю. Why do you let me? You like me? What's your name, sweet puppy?
Is your name Lil Cutie? Because it should be. So soft. Once we went to a museum and Mommy had me on a leash. She said I was too unpredictable. Let me guess. She fed you only candy that day. What? No. I get to eat candy every day, you know. I'm like a candy addict. Так, здесь вообще это квест или что? Я не пойму. Или просто симулятор хождения, гладение песика и читание... Ну, и читание то, что говорит главная героиня, ну, и этот голос за кадром. It says, no dogs allowed. Oh, really? Oh, no, I step on Doggy-Doo. Хера себе. Эй, папа, that's yucky, don't eat the vomit. Yikes forever. Да там пес, псу, по-моему, пофиг, что жрать-то. Он это, там так долго на поводке сидел, что, мне кажется, ему там гвозди насыпешь, он будет их жрать. So, Miss Fortune, at the other side of this lake, Виталий, здоров. Be one step closer to the prize of eternal happiness. And the party, right? Ah, yes, that too. Sweet, let's go then. Come on, little cutie. You know, once at this lake, I got my head stuck in a plastic bag. I remember falling asleep and waking up in the hospital. That's terrible. Yeah, Виталь, да нормально все? Вот прибаливаю только. Так, подожди. А нет ли такого здесь, что эта девочка уже мертва? Wait, Miss Fortune. Don't leave just yet. Нет ли такого подозрения у вас, что она уже мертва, и все. И то есть мать поэтому на нас и не реагировала. Что надо сделать-то? Папи, what are you doing? Did you find a treasure? You seem to have found the secret of the beach. The beach has a secret? Yes. Let's have a look. Ah, look! A fortune treat and a doggy cookie. One for me and one for Papi. Isn't it perfect? Yes, but you can only take one. A cookie for you or a treat for the dog. Давай, наверное, пса покормим. Хотя он пожрал-то наши блевоты. And use it to make the doggy love me. Поэтому, наверное, он есть особо не хочет, но... Here you go, puppy. You never know when it's your last treat. Ё-моё! No, puppy! Puppy, don't go! Хера себе, что здесь за вороны такие? Уфоядные! Oh my, that will make George really upset. Yeah. Виталь, не, я не принимаю эти заказы на игры. Я определенные выбрал. Why does everyone leave me? I'm still here. Yeah, that's true. Thank you. So, Mr. Voice, is the party on the same way to the eternal happiness? Yes. Yes, it is. Oh, that's convenient. Have you thought about how to break the news to George? About the puppy? Yes. I mean, if you want to. Джорджу... Джордж это отец, что ли, наш? Не, не будем ничего говорить. Как я понимаю, отец, да, Джордж? Да нафиг надо? Кому там что-то рассказывать? Если отец там мать избивает. Are we there
Мы же не знаем, что он с ней делает, с этой дочкой. Если там был момент такой, что она там с пакетом на голове тусовала здесь, на этом озере. А может быть, она не тусовала, ее отец просто хотел утопить. Или даже, наверное, может, утопил. Как поступить с рыбой? Будем так, стараться помогать им. Не, если честно, я думал, это будет квест. А это просто ходилка-бродилка и отвечалка на вопросы. And here we are, the house of George. I'm a bit nervous about introducing... А, Джордж... А, подожди, Джордж — это лис ведь. Точно, блин. Подожди, или... Кто такой Джордж? Мы постучим. Nobody's answering. I'll invite myself in. Так, а это уже уголовное дело. Влазить в чужой дом. I saw a man once floating in the lake, just like this fisher. Ah, what a nice picture. I wish I had a picture like this with my mommy and daddy. Hello? What is it, Miss Fortune? Nothing. Кто-то был-то. Походу, сын Джорджа, да? Are you sure this is the right house? Where is the party? Hello? Хера себе. Excuse me, are you George? Подожди-ка. I don't know anything about any puppy, but I was promised a party. Oh no, wait. It looks like he hung himself. Hung himself? Like a piñata? Should I hit him like a piñata? No, Miss Fortune. He's dead. Dead? But he's wearing a pair of sweet boots. He can't be dead. Oh, okay. Hey, Miss Fortune, I think this party's over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know, now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. А, это ребенок. Ой, ребенок, это пес ее был. Его, то есть. Happiness to George the piñata. Так, подожди-ка. Oh, what's this? I guess it's not... Нормальная картинка такая. Офигеть. Давай справим. Look, I made you a doggy. Not that you need one, but anyways. Сибирь? Посмотрим. Я говорю, если она мне понравится игра, то... Может быть, попрохожу. Главное, чтобы зашла на мне. А то, может, просто не понравится мне. Так. Я думаю, надо здесь. Не? Так, погнали тогда. Дальше. Okay, I'm here now. Let's go into the woods and get that eternal happiness. Yes. The woods with the trees and the birds and the animals. Dangerous animals, Miss Fortune. You might run into a fox. A fox? Like Benjamin?
А, Бенджамин, фу, я что-то это... Вообще все имена перепутал здесь. Ё-моё. Все начинается с пения галки. Interesting. I'll keep it. Hey, what do you have there? Nothing. Подожди. Она с собой взяла эту куклу. Stay back, Miss Fortune. Ядрен батон. What is it? A wild, dangerous fox. Wait, I recognize that black tail. It's Benjamin. It doesn't matter. Attack it before it kills you. Nah, I don't think Benjamin will kill me. Hello, is your name Benjamin? Do you want to play with me? Oh no, don't go! Oh. What a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. Слушай, okay. Короче, может быть There's это... A magical cave nearby. Нас хотят you спасти. Need to find it. A magical cave? Okay. Что реально этот Бенджамин хочет нам помочь? It looks like Benjamin likes to paint. That's pretty cool. I like that in a fox. Focus, Miss Fortune. We need to keep going. Oh, okay. Чуть зря я делаю, походу. Нифига себе. Ё-моё. Так, а ничего больше взять нельзя? Сыпать тоже, да? Не. Так, осторожно, камнепад. Just wait until you go inside. Well, I like the sound of that. I have a question. What does this sign mean? Oh, I don't know. Sparkle? Ah, cool. So, whenever you're ready. О, войти в пещеру, остаться в лесу. Блин, неохота заходить. А что делать? Надо заходить, наверное. Может, зря я иду туда. Может, не стоит оно того. This cave is huge. Echo. Well, let's explore the cave. Okay. I'm just joking. There was no echo. It was me. You're a real comedian, Miss Fortune. Thank you. What was that? What? Did I miss something? I'm not sure. Whoa. What's this? The hamster party? Камечья вечеринка. Magical hamster party. I know you love nude hamsters. XXX. Can we go inside? I don't know. Let's Голые хомяки. XXX. Ну да. Hamster fight. Are you going to do something about it? Не, ну, насилие над хомяками, между хомяками, да. Ну, а предотвратить. Oh, please, sweetie, don't go. You dropped something. Oh, are those mints? Мятные леденцы. I'm a little lady, you know. А что-то мне кажется, это не мятные леденцы. Это что-то пободрее. Ты уже навернула их, что ли? I'm feeling really nice. Подруга, ты в своем уме? Такие таблетки нашла, подобрала, сожрала их.
Кошмар какой-то. Обалдеть. Ну, конечно, я вшторила сейчас конкретно прям знатненько. Хомячего ЛСД хаванула там. И полетела. В говно лежала. Are you all right, Miss Fortune? I'm okay. Excuse me, who the little lady get inside? No, I'm not very important, you say? Okay. Can you believe this guy, Mr. Voice? We have to find another way out now. These tiny cutie cars are killing me with their cuteness. Так, секундочку. So cute. Так, ну погнали дальше. Look at them with their tiny cocktails and their tiny clothing. This is too cute for me. Check that lady out. I think she's in trouble. Oh no, I think I recognize her. She's the owner of the club back there. Really? Yes. Looks like she was robbed. Oy. I bet it was that hamster with the black mask. Yes, you're right. Looks like you helped the criminal escape. Oh, damn it. Does that mean I'm a criminal too? Of course it does. Oh, really? Please don't tell me. Your secret is safe with me. Thank you. А, то есть, да, вот. Ну, кто ж знал, что то неправильное решение было. Excuse me, do you need assistance? No? Okay. Hey, Miss Fortune, we need to find a way out now. The eternal happiness is still out there. Okay, I'll look around. Вот. Хорошо, такая вот игрушка. Сейчас пойдем смотреть что-нибудь другое. То, что у меня скачано и которое я еще не смотрел. Буду продолжать дальше эту игру проходить. Видимо, она там не такая длинная. Мы ее пройдем там за один стрим. По-быстрому. Потому что, ну, здесь ничего такого нет. Никаких там головоломок. Там подобного. Просто ты должен выбирать решение. Ну, не знаю, если честно, не особо фанат я таких вот игр. И не особо они такие нравятся, игры. Где особо ничего не надо думать. Просто ходишь, бродишь. Кнопки нажимаешь. Можем, интересно, вернуться и этих хомяков найти там. Бандюгана и того этого. Воу-воу-воу-воу-воу. It looks like the entry is blocked. Yeah, I can see that. Now what? Hmm, there must be another way out. Let's look for it. Okay. Так, ладно, выходим на поверхность и... смотрим что-нибудь другое. I wonder what this button does. Another fancy. Good job, Miss Fortune. You found the way out. Thank you. Так. Я могу остаться в коллекторе, да? Ну, а смысл нам оставаться здесь? А если вот не пойти?
А, тут нет такого варианта, да? Может, надо было остаться?